художников, друг и помощник. Выставка под таким названием открылась в галерее имени Ефрема Зверькова. В нее вошли произведения живописи и графики тверских художников из частного собрания Андрея Цуркана, известного в Твери своей научной, педагогической, общественной и благотворительной деятельностью. Название экспозиции «Художников, друг и помощник» выбрано не случайно. Андрей Цуркан, чья коллекция представлена в залах галереи, находит возможность регулярно организовывать вот такие выставки. Коллекционеры, к коим относится Андрей Цуркан, они собирают работы, они собирают огромные коллекции, которые потом показывают нашу историю Тверского края. Это уже далеко не первая выставка Андрея Александровича. Он щедро делится тем, что он имеет с жителями нашего города, нашей области. Экспозиция рассказывает о художественной жизни города, начиная с 1950-60-х годов прошлого столетия и заканчивая настоящим временем. На выставке представлены как хорошо знакомые полотна, так и произведения тверских художников, которые совсем недавно пополнили коллекцию. Это натюрморты, портреты, реалистический пейзаж, жанровые сцены и графические работы. Эта выставка просто продолжает традиции тех выставок, которые я устраивал и ранее, и направлена она главным образом на увековечивание памяти тех художников, в первую очередь тех, которых нет с нами, ну и на тех художников, которые творят в настоящее время. Вот основная мысль этих выставок в том, чтобы люди помнили, да, что был Шумилов, что был Волков, и так давно ушли из жизни Борис Федоров, Дочкин, Солодов. Эта выставка лишний раз подчеркивает то значение, которое они внесли в культурную жизнь Калинина когда-то, Твери сейчас. Организаторы уверены, экспозиция будет интересна как профессиональным искусствоведам, так и тем, кто начинает свое знакомство с историей живописи и графики Тверской области. Посетить выставку можно в галерее Зверькова до 20 ноября.